Погода у нас прекрасная. Все, уезжаю отдыхать на весь день, расслабляться. Купила очки. Это просто какие-то потрясающие модели. Некогда показать, представляете? Не могу время выкроить, чтобы вот сесть и показать все эти очки. Еще открыть-то не могу одной рукой. Сейчас, представляете, это вот я так собираюсь. Сейчас бегала по дому, то со второго на первый, то с первого на второй. И как стукнулась об угол сейчас вот браслетом винтажным. Представляете, я его сломала. Вот так вот выгнула, он такой жесткий. Ну и что, все, сейчас вот снимать буду, другой одену. Сейчас стала его выгибать, а он аж трещит. Ну, видимо, этот металл тут рушится или краска на металле. В общем, испортила браслет. Классный такой. Вот он какой сейчас, представляете? Одену вот этот. Я вам говорила, что мне всегда поднимает настроение что-то блестящее. Так, я одену вот эти вот очки Fendi. Так, вот смотри, как красиво. Вот эти. Вы не представляете, какие они красивые. Так, это я буду показывать. Как только освобожусь. Посмотрите, какие шикарные очки. Смотрите, с какими значками. Потом вот эти итальянские, представляете, они стоили $600. Смотрите. Они, конечно, такие своеобразные очень, но очень крутые. Очень. Коч тоже взяла. Так, ладно. Показываю вам, в чем я поеду. Во-первых, все уже заметили, наверное, что к нам вернулись 90-е года. Помните? Все эти цепочки мощные на шеях, на запястьях. Вот я такую же себе купила. Смотрите, какая классная. Красиво, мне нравится. Сейчас и на платье одевают, и везде их очень красивые. На свитера такого плана. Так, сейчас я вам покажу, как я нарядилась. Так, ну, во-первых, я сейчас хожу везде с этой сумкой Coach. Вот это. Размер так классно мне подошел. И я вообще люблю их бренд. Люблю. Так, и очки. Вы посмотрите, какие я очки себе купила. Сейчас упадете. Тут даже не важно, сколько они стоили. Я думаю, что таких ни у кого просто нету. Ни в магазинах, ни на распродажах. И пойдете, даже если его онлайн искать, их просто нету. Посмотрите, бриллианты вот здесь. Раскосые глаза. Темные. Сейчас их протереть надо. От солнца, если вот такое сильное солнце, то это просто отпад. Так, вот так вот это будет выглядеть. Босоножки вот такие одела. Блестящие. Под цепи 90-х. Такие удобные. Надо же, ведь я не ожидала. Вот эти вот. Знаете, почему они удобные? Потому что вот здесь вот у них, я показывала, между пальчиками вот эта вот перелинка. И они не выдавливают ногу вперед. Вот вроде бы узкие тут такие, блестящие, а нога вперед не вылазит. Очень удобные. Так, вот не знаю, какой пиджак одеть. Сейчас покажу вам, над чем я думаю, над какими. Вот те очки, они очень темные. Я вот такие тоже обожаю. Это когда не очень ярко солнце светит. И вот такие очки вообще класс. Смотрите, какие стильные. Вообще потрясающие. Коч. И здесь вот голограмма. Это она, представляете, переливается вот так вот. У них так хорошо вот такую погоду ходить, когда не сильное солнце. Так, можно вот такой вот пиджачок мой любимый одеть. Это Ральф Лорен. Вот. Классно, он идет с такими длинными платьями, идет с комбинезонами, где юбка, шорты, юбка, брюки. Вот такого плана, это шерсть, представляете? Ух ты, ничего себе, что-то туговато он мне стал. О, вот это да. Всегда как приезжают куда-то, все сбивается. Поездок, ничего себе, все, я его уже не одену, он мал мне, обалдеть,
Видите, такой не без всяких этих спандексов. Так, вот он, конечно, очень красиво. Вот видите, он тут впритык в талии-то. Не буду уж все застегивать. В общем, все понятно, что он мне маленький. Смотрите, как красиво с платьем. Вот так вот. Очень даже красивенько. Но не на этот раз. Так, на худеть. Потом вот такую джинсовку я купила. Но я еще думаю, себе оставить ее или на продажу выставить. Ральф Лорен тоже. Очень такая классная Элечка. Она, знаете, сюда это, конечно, не подходит. Вернее, джинсовки подходят к таким вещам, но обычные. Не такая. Но видите, здесь все равно с этим. С вышивкой, с такой красивой. Что-то более спортивное к ней надо. Так, или вот это пальто, но в нем жарко будет, понимаете? Я тоже думаю его себе оставить или... Ну и с таким это длинным платьем, я не знаю. Видите, тут все равно сапоги, ботиночки надо. А у нас погоды нету такой в сланцах и в пальто, знаете, мне очень сюда нужны сапожки. Поэтому не подходит тоже. Вот сейчас вот к этому платью подойдет... Вот такой коротенький кардиганчик. И у меня как раз его нету, понимаете? Это вот, как говорят, сапожник без сапог. Это про меня. Вот кардиганчик вот такой сейчас бы сюда в самое. То вот такой коротенький, с рукавчиками. У меня нету, по-моему. Сейчас посмотрю, конечно. Он, смотрите, я какой купила еще. Это Ральф Лорен также. Чехол под телефон. Смотрите, какой цвет такой. Грязно-голубой. Можно с ним куда-то пойти. И вот такие мятные купила босоножки. Это замша. Смотрите, какой у них каблучок. Но они такие удобные. И также вот нужно их, конечно, одеть. Белый пиджак. Классно они, кстати. Тоже смотрятся, смотрите. Вообще такие удобненькие. Прелесть. Очень удобные. Потом на винодельне обязательно нужно брать шляпы, потому что там солнце светит, и на улице сидишь. И она должна тебя спасать. Да, сюда нужен белый пиджачок, чтобы хоть как-то это освежить образ. Так, ну все, в итоге вот так вот я поеду. Так, очки Fendi, пиджачок Buffalo, платье Old Navy, босоножки Aldo. Все, очень все удобно. Слушайте, вот эти пиджачки все-таки, они такие тепленькие, не толстые, не тонкие, они всегда очень выручают. Смотрите, ну правда белый освежил ведь цвет. Для тепла-то нормально, похолодает, если одену без всяких проблем. Шляпку одену, но очки-то это вообще отпад. Хочу показать, как они блестят, эти бриллианты-то. Это просто глаз вырви.